Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. Я нахожусь около торгового дома Колорлон. Это Богдана Хмельницкого 100. Хочу зайти, посмотреть, что будет, и сниму обзор. Все, пойдем посмотрим. Тут шапочки более-менее цены. Вот 177 рублей. Более такие уже зимние варианты шапочек. 299 рублей. Это вот на мальчиков отдельчик. С завязками. Разные размеры. А это для девочек. Цена та же, 299 рублей с зайчиком. Вот тоже шапочка. Детские варежки, детские перчатки зимние. 255 рублей теплые перчатки. Прям теплые, хорошие. Эти вот по 140 рублей на мальчиков перчатки. Варежки 244 рубля. На девочку перчаточки. И там еще есть дальше. Это варежки по 130, они потоньше. Вот на девочку перчатки 130 рублей. Мягенькие, как ангорка, что ли. Утепленные сапоги 1999 рублей с мехом, но они как какие-то прорезиновые на переходный, я думаю, период между зимой и осенью. Здесь вот ряд такой уже к Новому году, много что уже приготавливают. Мягкая игрушка бык. Я даже что-то не смотрела. Видать, следующий год быка. Почему-то здесь одни коровки, быки. Игрушки. Вот полотенце. Подарочный вариант. 499 рублей. А это 1299. Это что у нас? Комплект полотенцев, что ли, таких. Целая куча. Полотенца для рук новогодние, красивые, всякие разные. Какая красота. Детские полотенчики. Тоже быки. Да, видать, следующий год быка. Я что-то даже еще и не задумывалась. Полотенца для рук. Смотрите, каких только нет. Вот коровка. Уже можно все это купить. А вот полотенце махровое, 99 рублей. Написано 2021 год. Да, год быка. И стоит полотенце такое, 99 рублей. То же самое, только синий вариант, желтый. Такая же окантовка. Вот тоже. Зеленый. Такие разные цвета. 30 на 60 они. Такое, в общем-то, оно не маленькое. Вот. И небольшое само то для рук. Ну-ка, побольше. 34 на 34. 99 рублей.
Это квадратная тоже здесь вот бычок. Мягенькая. И по 49 рублей вафельные. 45 на 60 вообще небольшие. Тоже быки здесь. Новогодние всякие полотенца. Вот какой выбор хороший. Такие веселые. Без варежек, без шапки. Шапка там. Это все вафельные. 49 рублей все стоят. В общем, их даже не пересказать сколько. Смотрите, сколько. Даже не бесполезно показывать. Все по 49 рублей полотенца. Здесь вот игрушки всякие сувенирные, быки, бычки, всякие копилки, все-все-все, целый ряд. Здесь идут салфетки к Новому году, бумага для выпечки, все, рукав, пакеты универсальные. Вот идут разделочная доска, календарь на ней. Ну, это, конечно, на ней, думаю, резать-то навряд ли. Она такая сувенирная. Здесь вот досточка, а здесь вот красиво. 21-й год. Бычок. Вот такой вот. Тепла в дом написано. Вот маленькие досточки. Вот эти по 99 большие. Квадратные 77. Внизу по 99. Доски. Я к деньгам написано. Бык. Вот такой смешной, смотрите, какая прелесть. Вот такие досточки. Дальше что у нас идет? 222 рубля бамбук. Доска. Толстая, хорошая, разделочная. Это столик на ножках. Деревянный. 533 рубля. Кружки. Кружки 122 рубля. Быки все, бычки. Все 122, я смотрю. Внизу кружки вообще 270. Вот такие широкие. Это у нас, значит, набор бокалов. 6 предметов. 888 рублей. Дальше у нас идут набор бокалов для вина 399 рублей. Здесь получается два бокала идет в упаковке. А это, значит, две штуки для вина тоже бокалы, маленько другие. Это для шампанского 299, два. Счастливые олени. Банка подсыпучая 333. Причем с олени. Это все с оленями главное. А, ну просто новогодняя тема. Это у нас получается кружка или бульонница, не знаю. Вот кружечка. Сахарница. Чайник вот такой смешной. 550 рублей. Блюдо-шубница. 333 рубля. В упаковке. Вот 255 блюда. Овальное 299. Прям все уже к Новому году капитально. Вот чайники заварочные 399 рублей. Керамические. Чайный набор 888 рублей. Ну, просто беленькие, красивенькие кружечки тут и блюдца. Лесная сказка для специй набор 244. Прям все уже новогоднее. Такие красивые есть. Вот чайник белый
с елочками 575 рублей. Тут одного плана все, тут и подсыпучая вот банка, тарелочка. Комплект для сауны женский написано 799 рублей. На этой стороне вот здесь коробки картонные, подарочные на Новый год. Одежда на бутылку Дед Мороз, колпак с рисунком. 199 рублей. Мешок для подарков вот 340. 59 мешочек. Мешочки бархатные 25 рублей, 35. Вот мешочки подарочные, прозрачные, маленькие. Ну, что там мелкое положить, по 15 рублей. Вот свечи с Новым годом. Балерье, коровка написано, 89 рублей. А это у нас свечи новогодние, 89 рублей. Здесь свечи фигурные, 139. Тут тоже все свечки идут. Дальше какой-то оберег на подставке. Так, открытки новогодние всякие разные. Набор вот открыток 99 рублей. Здесь 12 штук поздравительных с Новым годом. Набор какой-то предсказаний. 59 рублей. Новогоднее подвесное украшение. Бычок. Ну-ка. Ароматическое саше. Так. Ключница с календарем. 146 рублей. Маленькие мягкие игрушечки. Магнитики по 35 рублей. Разные можно здесь выбрать. А эти магниты по 59. Вот эти по 39. Они как силиконовые. Магнит деревянный с календарем. 59 рублей. А это с карандашом магнит. 59 рублей. Почта новогодняя. Целиком вот магнит. Можно писать что-нибудь, на холодильник прикрепить. Магнит, календарь 59 рублей. Вот календари виниловые. Вот календарики деревянные. Здесь к Новому году вот для Деда Мороза, Снегурочка, одежда, я смотрю. Дорогая, 4000, 2200. Ободки 58 рублей, разные какие-то парики. Новогодний парик вот из дождя 68. Куча искусственных елок всяких разных. Например, вот эта елка 16 тысяч стоит. А это вообще 18, наверное, высокая. 215 сантиметров. 19. Вот это 1900, вот елочка. Это вот 11 тысяч. Вот 5800 рублей ель. Качели кокон 17200 с мягкой подстилкой. Качается. Удобная. Плетеная такая. Здесь вот носки 5 пар 99 рублей. Вот они мужские. Здесь вот подготавливают к Новому году мишуру. Все вывешивают. Пока еще не продают, вот копаются, все делают. Потом пройдусь по ней отдельно.
женские взрослые шапки здесь всякие разные вязаные. Вот я смотрю, цены что-то 299 рублей. 580, 360 рублей в виде кепки, беретами, 700 рублей, 500, смотрю цены, вот береты 300 рублей, вот 300, мужские зимние шапки. Цены примерно 360, смотрю, 600, 360. Это вообще 800. Здесь кепки. 490. Теплая. Не, будильник дочка заказала в чатом купить, именно будильничек небольшой. Ну вот типа такого, 199 рублей, смотрю, сейчас выберу. Вот есть круглые 199. Чтобы цифры были, говорится, вот эти уже по 233 рубля. Это 244, вот желтый. Сейчас какой-нибудь выбер будильник. Эти по 299 будильники, 500, 370. Нет, эти не нравятся. Обычный хочу какой-нибудь. Ну, может, вот типа такого вот. 244. Сердечко 222. Она сказала, что были вот все циферки, все. Им по 6 лет, чтобы они часы уже хорошо знали. Вот будильник неплохой, 244. Вот будильники 299. Сейчас выберем. Вот маленькие, нет, мне не нравится, 399 рублей. Дальше уже все дороже, дороже, 533 пошли. В общем, там выберу, который по 190, по 200, посмотрю там сейчас часики. На этом я свое видео заканчиваю. Всем пока, до новых встреч.